Ассаламу алейкум, мои дорогие, уважаемые подписчики, гости моего канала. Добро пожаловать на мой кулинарный канал Нони Очаги. Дорогие, уважаемые подписчики, приготовила капусту со свеклой, салат. Уверена, понравится всем вам. Приятного просмотра. Для приготовления салата нам нужна белокочанная капуста, свекла, чесночок, укропчик, лавровый лист, перец душистый, острый перец по вкусу, хотите добавьте по вкусу, соль, 9% уксус и кипяток. Дорогие подписчики, этот салат все знают и все по-своему готовят, но я этот салат готовлю с кипятком, так как с кипятком побыстрее готово будет. С холодной водой где-то около 2 недель готово будет, а с кипятком на 2 сутки уже можно употреблять, готово будет. Поэтому я готовлю с кипятком. Этот салат я в детстве любила, мама готовила, поэтому я всегда готовила. Я готовила этот салат с белой капустой, белокочанной, но дома у меня сейчас красная была, белого не было, поэтому готовила с красной капустой. Ну, разницы нету, это одно и то же. Просто цвет красный и все. Дорогие уважаемые подписчики, всем приятного просмотра. Спасибо за просмотр, за дружбу, за доброту, за то, что вы со мной и с большинством из вас. Я уже год, что дружу, безумно этому рада. И от всего сердца всем вам желаю крепкого здоровья, бесконечного счастья, мира и добра, благополучия, процветания в канале и мирного неба над головой. Спасибо всем за дружбу. Сложили ингредиенты, соль, перец, все готово. Добавим кипяток. Последний ингредиент. 9% уксус, 2-3 столовые ложки и чайная ложка сахара. И все, дорогие подписчики, закроем крышкой, и будет готово через 54 часа. Встретимся через 2 сутки. Привет, дорогие подписчики! Прошел 2 сутки, и наш вкусный салат готов. На вкус получилось, как маринованные огурчики. Советую всем приготовить, очень вам понравится. Я готовила с половиной капусты, половину оставила в холодильник, так как я с Камроном и нам достаточно. И спасибо, дорогие подписчики, за просмотр, за внимание, за доброту. Всем желаю мира и добра, мирного неба над головой. Обязательно приготовьте, вам очень понравится. И всех поздравляю с наступающим Новым годом. Всем желаю крепкого здоровья и, как всегда, мирного неба над головой. Дай Аллах в этот Новый год во всем мире будет мир и покой, дружба народа и побольше хороших, добрых друзей. Всем добро, дорогие подписчики. Пока-пока.